Благослови, Владыко. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Миром Господа помолимся. Слышно, мир и спасение душ наши, Господа, помолимся. О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение все, Господа, помолимся. О святе храме, себе с верою, благоговением и страхом Божий, входящий мой, Господа, помолимся. О великом Господине, Отце наше, святейший патриарх Кирилле, и о Господине наше, высокопреосвященнейший митрополит Иларионе, первый раз русский зарубежной церкви, и о Господине, высокопреосвященнейшем архиепископе Гаврииле, и о Господине наше, преосвященнейшем епископе Николае, чести пресвитер Сына Христе Неокосте, о все причты люди, Господу помолимся. О благохранимой стране российской и православной, людях и отечества и родосения, слушай о спасении их, о стране сильности и власти, я и все беды и благочестия, живущие в ней, Господу помолимся. О еже избавиться, люди свои от враг, видимых и невидимых, должно утвердиться, единомыслие, братолюбие и благочестие, Господу помолимся. О градисти всяком граде, стране и мире, живущие в ней, Господу помолимся. О благорастворение воздухом и изобилии плодов земных, и временных мирных, Господу, помолимся. О плавающей, путешествующей, недугающей, страждущей, принятых и о спасении их, Господу, помолимся. О избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, предгостоверную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
паки. Миром Господу помолимся. Господи, спасти, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава, Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
так и миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Бог и си, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивия. Мудрость
святого апостола Павла чтением. Подобен, не злобен, бесквернен, отлучен от грешник и вище небес бит, единим от повсядней нужды, яко же первосвященнице реже о своих грехах жертвы приносите. Потом же о людских, сие посотвори единою себе принес. Закон, бо человеки поставляет первосвященники, имущие немощь. Слово же клятвенное, еже по законе, сына по веки, совершенно. Слова же о глаголями, такова имами первосвященника, и же седе одесную престола величествия на небесах. Святим служитель и скини истине, уже воздрузи Господь, а не человек. Мир тебе. И духови твоему. Утро. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Получаться премудрости, и язык его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Святого славного апостола евангелиста Иоанна Богослова. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола евангелиста Иоанна Богослова надаст тебе благоблаговествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. И мудрость прости, услышав святого Евангелия. Мир всем. От Иоанна святого Евангелия чтения. Пришедшим к нему иудеям, возъесим дверь, ну и лучше, кто внедет, спасется, и внедет, и зайдет, и пожить обрежет. Тот
не приходит, разве да укротит и убьет, и погубит. Ось придут, да живут и будут, и лишь и будут. Ось есмь пастырь добрый, душу свою полагает за овцы, а наемник еженесть пастырь, и Боже не суть овцы свою, видит волка грядущих, и оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их, и распутит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть, и не родит о овцах. О, здесь пастырь добрый, и знаю мою, и знает мя мою, яко же знает мя отец, и знаю отца, и душу мою полагаю за овцы. Я же не суть от двора сего, и ты мне подобает привести. И глас мой услышат, и будет едино слово, помышления наши горцам. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молимся, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, повелите милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященниче, Митрополите Илларионе, Первой Иерархии Русской Зарубежной Церкви, о Господине, Высокопреосвященниче, Архиепископе Гаврииле, стране нашей, властях и воинствия, во тихое безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о богохранимой стране нашей российской и православных религия, в отечестве рассеяний сушек и о спасении. Еще молимся о братьях наших священницах, священном Анасе и всем во Христе, братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, все лежащих и повсюду православных,
еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посвящении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, Господина нашего, Преосвященнейшего епископа Николая и всей во Христе, братья наши. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих по святым и всечестным храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Слава воссылая Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Помолитесь о оглашении, Господи, державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
нашего Николая, епископом нам Петерского. Да поменял Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Славен древний Господь. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, первоиерарха Русские Зарубежные Церкви, и Господина Высокопреосвященнейшего Гавриила, архиепископа Монреальского и Канадского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, диаконский, монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христу Твою да поменял Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Богохрани мою страну российскую и православные люди я в Отечестве и в России несущие, страну сию и верою и благочестием живущих в ней, всех гонимых и страждущих за веру православную, создателей, благотворителей, благокрасителей, ктитора, братства, сестричества, поющих прихожан святого храма сего, и всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
помни молитву нашу, Господи, верь. О предложенных честных даре, Господу помолимся. О святем храме, всем с верой, благоведением и страхом Божьим, ходящий вон, Господу помолимся. Избавиться нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Всего совершенно, свято, мирно, безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, веронаставника, хранителя, души телесных у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мировые у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианское кончение живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувшими сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предати. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем. Господа, животворящего и жжет Отца и Святящего.
со страхом, вон мне святое возношение в мире приносите. Бедную песень, поюще, вопиюще, зывающе и глаголюще. Спасибо, Бога Твоего, Святого, на мне, и на каждой нарости. Божия, очисти нас грешных, со славой, со славой.
одно. О Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Пресно Деве Марии. Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского, первоиерарха русской зарубежной церкви, и господина высокопреосвященнейшего Гавриила, архиепископа Монреальского и Канадского, их же даруй святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих слово Твоея, истины. И господину нашему Преосвященнейшего Николаю, епископа Манхэттенского, приносящему по всем священничествам и дочестям чине, о Богохранимействе Белошего Сисе и православных людях имя, во все честные и рассеяние сущи. О братьях наших темницах, заточениях, горьких работах и массажей скорби сущи. О мире всего мира, о благостоянии Святой Божией Церкви, о воскресении Господе, блаженней памяти оставлений грехов, всех препочивших
Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вся святые, помянувши паки и паки, миром Господу помолимся. Священных, честных дарей Господу помолимся. Якогда человека любец Бог наш, приемня во святые пренебесные, истинный свой жертвенник, во неблагоухание духовного вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Дне всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, ведно наставника, хранителя души и телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешение наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать их, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерновением неосужденно смейте призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глагола Ти. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лука. Главы ваши, Господи, вы преклоните.
Силу, которая вместе с ним, скажется, что человек не царствует.
верую, Господи, исповедую, яко Ты сего истину Христос, Сын Бога живаго, пришед и мир грешный, спасти одних же первый еси маз. Еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое, и сие самая честная кровь Твоя. Молюся об Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно, причаститесь о причистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя, Тане, не Сыне Божий, причастника и причастницу меня прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзанья Тидам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не суд ли во осуждение, будем и причушение святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Чесна, Господи, тело и труд. Господи, Бога, спасибо. Очищается. Младенец. Марфа. Святого тела и кровь Господа решается Божий младенец. Частицу. Тело и кровь Господа, Божия, Евангелина, восставление грехов, жизнь и вечная жизнь, очищается от Божия, вера, восставление грехов, очищается от Божия, Евангелина, восставление грехов, жизнь и вечная. Аминь. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
святых, бесчисленный, чистый, бессмертный, небесный, животворящий, страшный Христовый Тойн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Длинными совершенствами от мирными грешны, спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко ты еси освящение наше, и тебе славу осылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. С миром и жизнью. Господу помолимся.
Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Же во объятиях Симеона праведного носитеся из воли вы, нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святого равноапостольного Николая, архиепископа японского, святых новомучеников и исповедников российских, святых и праведных, Бога Отец, якимай Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Ваше Высокопреосвященство, дорогие наши отцы, певчие братья и сестры, благодарим Господа Бога за Его милость к нам и за это богослужение. Мы празднуем праздник Сретения Господня, сегодня второй день, и память Николая, архиепископа японского. Сегодня как раз 110 лет со дня его кончины. Но мы знаем, для нас, для православных христиан, смерти нет, но жизнь бесконечная. И сегодня мы ощущаем тот подвиг, ту веру святителя Николая, ведь в далекой стране, здесь, в Америке, где и наши русские храмы, наш синод, мы его так почитаем и прославляем. И, конечно, на Руси, в Японии и других мест он так и сегодня прославляется. Он для себя держал близко к сердцу воскресшего Спасителя, и других людей просвещал этим истинным, что Иисус Христос, Спаситель наш, воскрес из мертвых и дарует нам жизнь вечную. И это мы все должны исполнять в нашей жизни, и наши служители, наши прихожане, наши паломники. Мы все обязаны для самих себя всегда прославлять воскресшего Спасителя и тех людей, которые нас окружают, тоже говорить о том, что Христос есть наш Спаситель. Сегодня искажается Слово Божие, стараются просто Бога забыть, убрать из лексикона, как сейчас говорят. Но мы, православные христиане, будем твердо стоять и по молитвам святителя Николая всех людей просвещать, говорить о нашей вере, что у нас такие богослужения, что у нас и есть особые молитвы и посты, но это все, чтобы прославить нашего Спасителя. Я благодарю Владыку Гавриила, что сегодня с нами молился. Спасибо, Владыка, за вашу поддержку, за ваши молитвы, наших священников, отца архимандрита Елиферия, нашего ключаря, отца Андрея, протерия Марка, протерия Александра, отца Василия, отца игумена Арсения, нашего отца Зосиму, отец Адриан, который приехал из Австралии, отца Павла. Дорогие священники, спасибо вам за ваш молитвенный труд. Моего протодиакона, отца Николая, благодарю за службу, за поддержку, за его твердую веру, отца Сергия и отца Николая, которые здесь помогают и с нами путешествуют.
и отца Пантелеймона, который тоже здесь помогает, является келейником нашего первого иерарха, и протодиакона Нафана, который здесь уже неустанно трудится многие годы. Спасибо вам за эту общую молитву, за нашу поддержку. Если что-то у нас хорошо получается, это потому что мы общими силами трудимся во славу Божию и на благо нашей дорогой зарубежной церкви. Певчих за прекрасное пение и всех вас, братья и сестры, за ваши молитвы. Будем так продолжать прославлять нашего Спасителя, наших святителей, и в том числе Николая Японского. Аминь. Ваше Преосвященство, дорогой Господи, владыка епископ Николай, хотел бы от имени нашего архиерейского синода поздравить тебя с днем твоего тезименитства, днем святителя и равнопостного Николая Японского. Уже вот 8 лет прошло с того дня, как Господь через наш архиерейский синод призвал тебя принять архиерейский сан. И вот через некоторое время спустя, в день святителя Иоанна Шанхайского, именно в Белгороде, вот была совершена хиротония. Это был, владыка был как раз назначен на Манхэттенскую кафедру, помощь нашему первому иерарху, как что викария, но также и владыка продолжил то послушание, которое было возложено на него еще когда он был священником, а именно быть хранителем нашей одегипии, хранителем нашей курской коренной иконы. И вот уже с того момента, как владыка принял архиерейский сан, стал достаточно часто разъезжать с иконой не только по нашим епархиям, но и, конечно, как мы знаем, и в Россию. Когда вот уже в 2009 году впервые икона вернулась после, можно сказать, почти столетнего отсутствия, вернулась в Россию с нашей делегацией, а уже когда владыка стал епископом, стал также и ездить в Россию с этой иконой, не только в Курскую епархию, но и в многие другие епархии, которые приглашали владыку вместе с иконой посетить их. И это продолжалось, как мы знаем, вплоть до 2020 года, до пандемии, когда пришлось вот прекратить эти поездки. Но мы уповаем, что Господь сейчас нас помилует, что нас оставит эта зараза, которая именно препятствовала этим посещениям Курской иконы наших епархий и епархий в России, и что вновь, владыка, вы сможете опять посещать епархии и российские епархии, и чтобы эта икона, конечно, продолжала бы нас бы укреплять бы, исцелять бы и помогать всем тем, которые вот к ней прибегают. Так что хотел бы, владыка, от всей души, от нашего синода пожелать тебе крепкого здоровья, сил, терпения и Божьей помощи в продолжении твоем архипастырском служении. Спалаю тебе. Спасибо, Господи. Ну, горит. Спасибо. Слава девственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем новое посвящение. Подашь, Господи, рабу Твоему, Преосвященнейшему Николаю, епископу Манхэттенскому, и сохрани его на многое лето. Если пройдем,
лице своей матери, и же Господь Отца нашего Иоанна, и епископа Константина Польского, Богоустого и всех святых, помилуй и спасет нас, и по благи человеколюбится. Аминь. Спасибо большое. Спасибо большое за молитву. Сделать такой. Сделать такой. Сейчас это было. Легкими для нас.